Первомайское шествие завершилось, но праздник продолжился сразу на нескольких концертных площадках. На Театральной площади стартовал концерт «В каждом сердце весна». На сценической площадке «Ракушка» на улице Горького настроение анапчанам и гостям города поднимали участники духового оркестра «Виртуозы Анапы». Под руководством дирижера Валерия Степанова в программе выступления, как всегда, лучшие мелодии мира. Очень понравился оркестр, отличный репертуар, красивая музыка, чудесные игры. Играют. Молодцы! Мы из Петербурга отдыхаем здесь уже 6-й год подряд в это время и ждем этого великолепного концерта, этого коллектива, а дирижер – зажигалочка, а репертуар. И вообще у вас Анапа – город-праздник. В городском театре 1 мая отметили праздничным концертом «Мы – будущее своей страны». На сцене ансамбль песни и танца «Солнышко», молодежный вокально-хореографический ансамбль «Надежда России» и музыкальный шоу-театр «Арт-Союз». Праздник – хорошая возможность порадоваться за таланты Анапы.